Ребята! Хе-хе-хей! Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Эдисон. Добро пожаловать в новую серию Rocket League. Многие ее ждут. И вот, держите, потому что реально эта игра вам нравится. А если нравится, значит, я делаю для вас видео. Поэтому, ребята, всем спасибо тем, кто нравится, тому, кому нравится эта игра. Те, кто смотрит это видео, те, кто оставляют комментарии, ставят лайки, подписываются на мой канал. Ребята, всегда вам большое спасибо. Я очень сильно ценю своих подписчиков, поэтому, ребята, муа! Также, если вы хотите видеть новую серию Rocket League завтра или послезавтра, или даже через 30 секунд после просмотра этого видео, поставьте, пожалуйста, лайк. Как только мы набираем 400 лайков, в ту же секунду, прям зуб вам даю, в ту же секунду выходит новая серия Rocket League. Поэтому, ребята, не ленитесь, поставьте лайк. А если ты еще и подпишешься на мой канал, ты вообще красавчик, Вася, будешь, честное слово. Поэтому не стесняемся и подписываемся. И, как обычно, мы сразу же приступаем к поиску игры, чтобы посражаться с другими игроками. Сейчас... Сколько там? 120 кусков игроков в сети? Офигеть! Начинаем! Опа! Сразу же матч начался! Сразу же матч! Ребята, сможет ли Эдисон затащить, как в предыдущей? Как в предыдущей игре? Вы же помните, там в предыдущей игре был Лионель Эдисон какой-то был, если честно. Там 5 голов за одну серию я затолкал. 5 голов за одну серию. Было бы круто, если бы я в этой серии хотя бы один гол затолкал. Чувак сам себе гол забил. Спасибо, чувак. Ты прям красавец. Ты прям красавец. Так. Сейчас. Я как-то не понимаю вообще, что сейчас происходит. За кого я играю? С чем я играю? Там только что было 4 игрока в одной команде. Это вообще что было? Я как... Нет, это не сам себе чувак гол затолкал. Это он затолкал им гол. Я просто, знаете, сначала попутался, в какой команде я вообще играю. Оказывается, я за синих играю, и синий забил оранжевым. Да, ага, понятно. Ну куда ты... Вот, Эдисон должен выбивать, как всегда. Так, ну... Уйди. Выбей, чувак, я тебя прошу. Выбей, круто. Спасибо. Мы лидируем уже одним голом. Я... О, это хреново. Это хреново. Он прям летит. Ух, ребята. Ну это вообще галиссимо. Второй раз подряд я забиваю гол со своих... ворот со своей штрафной площадки, сразу же пинаю гол им в ворота. Это очень круто, это очень круто. Выбить, чувак, я прям вторую игру подряд такие красивенькие голы. Ай, я подпрыгнул. А кто там, один вышел или что? Я как-то не... А где наш один? Или я не вижу, или я просто немного слепой? Ай, почему я подпрыгиваю? Знаете, ребята, это такой рефлекс, когда играешь в гонки, когда что-то в этом роде играешь, то прям подпрыгиваешь. Выбил, выбил. Опа, Эдисон, Эдисон, тащи! Второй. Второй гол, точнее, третий гол в команде и второй мой гол. Ребята, это заслуживает лайка. Если вы хотите такие игры как можно чаще, если хотите завтра видеть еще одну серию Rocket League, ребята, запилите лайк. Запили мне лайк. И сразу же завтра выходит, или даже еще сегодня выходит новая серия Rocket League. Ой, чувак, нет, это немного хреновенько. Выбей, выбей. Ты мне тут не борзей. Не, я бы там, ребята, не догнал. Ударь, ударь, ударь! Это, знаете, рандомные ситуации. Смотрите, как я ему там подвеснул. Он меня пнул, я ему пнул, он торкнулся, другой подлетел, пнул и забил гол. Короче, пнул, 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 гол. 4-0.
Так, сейчас, сейчас. Так, ладно, ладно. Дайте мне нитро, дайте мне нитро. Нет, нитро нету. Это вообще как было? Я хочу посмотреть. Через него, прям реально Месси. Это круто было, круто. Согласен. Я два забил, тот чувак два забил. И один ассист, то есть сам себе забил, что ли, пикал. Давай, давай, ты туда лети, 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 беги, лети. А я побежал за... я побежал за нитро. Выбей, выбей, выбей! Ух, чувак, прям воротарь нафиг. Это что вообще было? Там еще вроде 2 минуты осталось. Или я слепой какой-то? Хм. Или они просто вышли, наверное. Хм. Опа, опа, опа. Еще одна игра. Одну игру мы выиграли, одну игру у меня есть такое ощущение, что мы сейчас проиграем. Ну, знаете, это баланс. Всегда баланс сил. Иногда добро побеждает, иногда зло побеждает. А два раза подряд это вряд ли, чтобы мы смогли победить. Ну, будем стараться. Я, конечно же, стараюсь, ребята, как видите, я всегда стараюсь. Я всегда там по два, по три... По 4 гола забиваю иногда, но это как повезет, знаете, это как повезет. Да хоры меня пинать! Давайте, да, давайте, ребята, давайте. Они паскуды, как меня это бесит, когда они в меня врезаются. Опа, навеснул. Я уже такой сижу, знаете, даже ни слова не говорю, потому что... Там уже было такое ощущение, что мяч реально в ворота летит. И вот сейчас было такое ощущение, что мяч реально в ворота летит. Но, как видите, эти два гола я не забил, значит, вряд ли мы выиграем в этой игре. Знаете... Ай, нет! Я промахнулся. Ух, ух, у меня уже инфаркт, если честно. Наступил немного, потому что я думал, мяч уже к нам в ворота летит. Да, в принципе... Ху, я если бы я там не выбил, хрен его знает, что бы там было. Ай, ай, полетели. Давайте, ребята, честно, это уже напряженная игра, это уже не так простенько, как только что было. Они, если честно, наверное, все повыходили просто, знаете, и нам, и им, точнее, автоматические поражения засчиталось. Ну, тут уже я говорю, ребята, один раз, если ты выиграл, то не значит, что ты будешь дальше продолжать выигрывать. Хоть я и реально сейчас стараюсь, да, в принципе, видно, что все стараются, но сложненько. Я такие два мяча пнул к ним ворота, что реально, если бы там попало, то было бы вообще офигенные голы. А, ребята, вы вообще где? Я что, один вообще нахожусь в своей штрафной площадке или что? О, но вряд ли я тут смогу что-то сделать. Да, если бы я там попал, то я бы забил гол, но не всегда ты сможешь попасть тут. Ребята, пожалуйста, если вы там пнули мяч, то, пожалуйста, возвращайтесь назад. Нормально. Ух ты ж. Нормально, нормально, нормально. Ударь! Ударь ты воротами! Ударь ты ворота мяч, а не знаю куда. Не, вряд ли мы это сможем выиграть. Конечно, тут еще... Да, конечно. А, нет. Я один нахожусь в своей штрафной площадке, они где-то вот там лазают. Ну, ладно. Я их тоже винить не буду, потому что... Иногда попадается крутая команда, иногда не очень. Так, ладно. Два гола мы вряд ли сможем набить, если честно. Вообще не забьем никогда, если уж очень сильно повезет. Они что, выходят или что? Они с игры выходят? Каспи руки. Да, один с игры вышел. А, так вот почему я проигрываю. Ребята, они просто выходят с игры. То есть они видят, что они проигрывают. Ах, вот вы дебилы. Left the match, left the match. Я же играю с одним ботом в команде. Вот почему мы проигрываем. Потому что один чувак вышел с команды. А точнее вышел с игры.
и нам в команду добавился один бот. То есть он, вы знаете, тут есть такие люди, которым похрен. То есть они не будут отыгрываться, они не будут пытаться выиграть. Они видят, что им забили один гол. Нам забили один гол, все, нужно выходить, потому что мы все, мы уже проиграли. И все, проиграли, один гол забили, и мы уже проиграли. И видите, они выходят, и все. Я один игра. Идите вы в пень. Еще одна игра. Вторая игра, ребята, согласитесь, что это не считается. Двое игроков с моей команды, они просто вышли, потому что они видели, что они проигрывают. Ну, это не очень, не очень так по-пацански, да? Поэтому вторая игра не считается, потому что я играл один против троих. Это вообще нечестно. А вот эта игра сейчас посмотрим. Но все же, мне кажется, мы ее проиграем. То есть... Первую игру мы выиграли, вторая не считается, потому что это нечестно было. А третья игра, ну, проиграем, мне кажется. Такой небольшой балансик. Давайте, вы там летите, а я быстренько за нитру. Мы какие? Мы оранжевые, да? Так, ух, нифига себе! Выбивайте, ребята, пожалуйста, выбейте, выбейте, выбейте! Я иду. Круто! Даже меня там не нужно, вот этот уже тоже нормально так ударил. Нормально. Один гол мы забили. Мы забили гол за 16 секунд. Но это не означает, что мы выиграли, потому что также за 16 секунд и они могут забить гол. Поэтому мы еще можем и продуть сейчас 20-0. Это Rocket League, ребята. Тут, знаете, иногда такие случаи бывают, когда ты там выигрываешь 5-0 и... Они тебя догоняют, еще и обыгрывают, и ты еще и проигрываешь, поэтому это не очень. Вот видите, уже мячик летит не в ту сторону, куда нужно. Я стою на воротах, выбивай, круто, чувак молодец вообще. Давай, я жду. Ой, ой-ой-ой, какой бы красивый гол там был. Я за нитро? Где? Ай, ну как... Я хотел выбить, но получилось не очень. Нормально. Вы там бейте, а я немного в защите постою. Так, выбивайте. Я, значит, в защите буду стоять. Да твою нафиг налево! Так, все. Сейчас. Я вообще тут путаюсь, где я вообще нахожусь? Ух, что-то мне подсказывает, что сейчас нам голик запинают. Я выбил, конечно, офигенно. Я им на центр выбил, чтобы им еще проще было гол забить. Ха-ха, вот я кадр нафиг. Ну, более-менее так выбили. О, вот сейчас нормально выбили. Навес. Это чувак уже два голиссимо затолкал. Круто. Отсюда? А, он сам себе забил. Ну, засчиталось ему, потому что он последним доторкнулся к мячу с нашей команды. Поэтому ему засчитал. Ой, прям. Я такой напугался. Нифига, мяч мне прямо в лицо летит. Когда я ищу там нитро. Может мне выйти? Это увидите, они без меня справляются. Ах, нормально. Дальше. Три гола. Еще 3 минуты осталось. Вы вперед, я за нитро, как обычно. Все. Ай, гол! Нужно, наверное, было все-таки за мячом ехать, а не за нитро. А как вообще это было? Он не коснулся мяча, он, видите, он просто его прочесал. Если бы он его пнул, то гола бы не случилось. Но тоже и такое бывает. Иногда вот так, знаете, не совсем коснулся к мячу, оставил другому, а другой просто-напросто ударил и забил так простенько гол с самого центра, сразу же на первых секундах. Так, я тут. Самбреро у меня, шапочка. Я жду. А, нет, не получится, потому что они выбили. Нормально. Там бы гол, если честно, красивый бы был, если бы получилось. Ну, как бы я выбил, да? Еще раз как бы выбил, но не совсем туда, куда нужно.
Вот сейчас нормально я отбил, сейчас нормально. И сейчас нормально. Ух, ладно, не попал. Ух, ты зараза, украл мое нитро. Так, так не делается. Так, это не по правилам. Ух, назад, быстренько, быстренько. Я сказал быстренько, не переворачивайся. Я за нитро, как можно быстрее. Нормально, выбивайте, выбивайте. Да почему ты меня пнул? Если бы он меня не пнул, то я бы выбил прям красиво сразу же на ихнюю половину. Сейчас бы выбил, если бы попал. Ладно, ничего. Ничего, мы еще лидируем двумя мячами. А если, конечно, получится, то мы еще сможем и выиграть. Да, в принципе, мне хотя... Не, ладно, не буду говорить. А то еще сейчас начнут они нам толкать мяч за мячом. Еще минута осталась. Так как он... Я же выбил... Прям не знаю, докудова. Ну, всегда так. Всегда так, когда в гонке играешь, файтинги, да, или еще что-то. Я прям, знаете, нервный, когда вот так минуты остаются, и есть шанс, что они нас все-таки еще смогут догнать и забить гол. А когда забивают гол, то время же не продолжает идти, время же останавливается, и там нам дается еще 20 секунд где-то времени останавливается, потому что... Ух, ни хрена себе! Вот видите, как сейчас. Как сейчас. Я так и переживаю, потому что осталось 35 секунд. Есть шанс, что они сейчас еще нас догонят, еще выиграют. Есть такой шанс, поэтому я всегда на таких последних секундах... В последних минутах, там, знаете, одна минута осталась, я прям уже так потею, нервничаю. Ух, сейчас бы нам гол, только бы не забили. Это хреново, но почему вы всегда на нашу половину выбиваете? 30 секунд осталось. Фух, ребята, пожалуйста, выбейте куда подальше. Я постою в защите, если нужно, но не прям долго, потому что, ну, один я могу просто-напросто не справиться. 16 секунд. 14, 13, 12. Выбей, выбей, просто выбей хоть куда. Круто. Ну, в принципе, тут уже вряд ли они смогут забить. А! Как мы затащили. Так, все, выходим в меню. И, в принципе, на этом мы заканчиваем. Ребята, всем спасибо за просмотр. Если вы хотите больше Rocket League, как я вам уже сказал, если вы хотите прямо Rocket League сейчас, вот сейчас вы досмотрели серию, если ты сейчас поставишь лайки, мы сейчас же набираем 400 лайков. В эту же секунду выходит новая серия. Зуб даю, еще раз зуб даю. А также, если вы хотите со мной пообщаться, я общаюсь со своими подписчиками, все, что вам нужно, это просто ставить комментарий под этим видео, что-то спросить, посоветовать или узнать, все, что вам угодно. Все, что вам нужно, это просто оставить свой комментарий, я постараюсь его прочитать, на него ответить и также с тобой пообщаться. А также подписывайтесь на мой канал, я рад каждому, прям каждому новому подписчику. Всегда рад, когда кто-то вступает в нашу большую дружную семью, поэтому не стесняемся подписываться. Ребята, еще раз всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.